Привет, с вами Second Mafia, и это наш новый влог. Смонтируешь, что я упал туда, понял? Окей. И смонтируешь, что такое, что старт взял. Ну, вот это сложно. Все, оставайтесь с нами. With my heart's desire. Что это за очки? Я жесткий? Приехали? Раздевайся. Зачем?
велосипеда. Пока! Стой! Посчитаем, сколько здесь клапанов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девятиклапанный мопед, нигде не встретите. Сейчас посчитаем количество поршней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять поршней. Это вам очень редко где встретите. Стартер от КамАЗа. Инжекторный. Турбонаддув. 5-защитные обода. Посмотрите на ксенон. Вот ксенон. Последней модели. Так, смотрим. 0 тысяч километров, 20 тысяч километров. 40. Максимум развивается до 100 километров. О, ебать, кто вышел. Обзор. Мы обзор делаем. Раз, сидушка, два, сидушка, три, сидушка. Ого. Амортизаторы называются двухпоршневые трехпружинные супер газели. Что за выхлоп такой, первый раз вижу. От Yamaha R1 последнего 2020 года. Хер как раз туда влазит. Да. А ты такой тоненький? Я по той, у меня больше лайт у нас. Так, вот это лицо замуж, вот это муж не замуж. Кто это такой? Чё? Нам оператор. Давай, я хороший оператор, у меня руки не могут. Что посоветуешь, покупать такой мопед? Сначала беру. Что ты делаешь, Никита? Никита, что ты делаешь? Никита, что вы делаете? Как ты там говорил это? Ник, как собаку тут называют? Гиена, блядь.